Положительный тест на COVID за прошедшие сутки подтвердился у 83 жителей Одесской области, из них 37 одесситов и 46 жителей районов региона. Один пациент умер, побороли недуг 39 одесситов. Всего с начала пандемии вирус нашли у 141 879 жителей региона, 3012 пациентов умерло. В Одесской инфекционной больнице в тяжелом состоянии находятся 24 пациента, один человек подключен к аппарату ИВЛ. Количество заражений, по данным областного департамента здравоохранения, за последний месяц увеличилось в несколько раз. Потому центрам вакцинации придется побить еще не один рекорд. За последние сутки прививки получили 3145 жителей региона, а к получению паспорта вакцинации приблизились 4035 человек.